что такое конечное поле. Числа можно складывать. Числа можно вычитать. Числа можно умножать. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что можно взять остатки от деления на 2 и складывать их по следующему принципу. 1 плюс 1, это четное число, будет 0. А умножать их по еще более простому, по еще более понятному принципу. На 0 умножаешь, получается 0, а 1жды 1 – 1. Вот это таблица сложения, а это таблица умножения. Пока все понятно? Да. Пока все понятно. Замечательно. Можно взять остатки от деления на 3. Тогда будут такие же две таблицы, но уже размером, размером 3 на 3. Здесь, когда складываешь, будет, естественно, 2 плюс 2 будет 1. А перемножаешь когда, то получается такая табличка. Ну, на 0 умножать всегда 0. 1жды 1 – 1. 1жды 2 – 2. 2жды 1 – 2. 2жды 2 – 4. Остаток отделения на 3 – 1. Отлично. И вот сейчас... Бывает ли поле из 4 элементов? Можем ли мы придумать такую систему из 4 чисел, чтобы выполнялись естественные законы? Кстати, а что такое естественные законы? Что должно быть? Ну, любые два числа можно сложить, да? Для любых двух чисел есть разность, да? Для любых двух чисел есть произведение. А что еще? Еще на самом деле, молодец, честно. Поле, это значит, обязательно должно быть частное. Вот я сейчас приведу пример плохой таблички. Не той, которая на самом деле нам нужна, это будет не поле. Но, тем не менее, из 4 элементов. А именно, я беру таблицу из остатков от деления на 4. Здесь знак умножения, здесь знак сложения. Ничего хитрого. И мы сейчас увидим, почему это не поле. Прибавляешь 0, когда числа не меняются. Прибавляешь единицу, происходит сдвиг. Двойку прибавляешь, происходит более серьезный сдвиг. Ну и здесь еще более серьезный сдвиг. Вот, со сложением все понятно. Теперь на 0 умножать везде не будут. На единицу ничего не меняется. Так, 2жды 2 – 4. А значит, остаток от деления на 4 будет 0. 2жды 3 – это 6, то есть остаток 2. 3жды 2 – тоже остаток 2. И 3жды 3 – 9, то есть остаток 1. Господа, посмотрите, пожалуйста, вот на эту строчку 0, 1, 2, 3, или на эту строчку 0, 3, 2, 1. Все элементы по одному разу присутствуют. А вот в этой строке только нули и двойки, единицы, троек вообще нет. Вот это и означает, что это не поле. Как решить уравнение 2х сравнимо с нулем по модулю 4? Ответ такой. Х это или 0, или 2. Два варианта. Х может давать один из двух остатков. То есть, на самом деле, на 2 делить нельзя. Вот, значит, не поле. Принципиальное отличие. Когда мы рассматриваем таблицу умножения по модулю 3,
то, ну, конечно, есть 40 из нулей, с ней ничего не делаешь, на 0 что не хочешь умножать, получается 0. Но в остальных строчках все числа по одному разу присутствуют. А здесь такое отсутствует. Значит, если мы и хотим придумать поле из 4 элементов, то не имеем права просто брать остатки от деления на 4. Ну, кто-нибудь идею знает? Как можно пытаться сделать? Да? Можно брать число тогда 1, 2, 3, 4. Я брать число от 5 делить на 5. Интересная мысль. Дело в том, что когда вы будете складывать числа, скажем, 2 и 3, то получится 0. Вы хотите ограничиться небольшим количеством чисел, но брать остатки от деления на 5, это принципиально невозможно. Потому что при помощи сложения вы можете из одних чисел получать другие, и рано или поздно получите все. Поняли проблему? Да, кстати, в любом поле должно быть число 1. Это все понимают? Замечательно. 1 плюс 1 в поле из 4 элементов. То есть, вы знаете, мы уже поняли, что такое не годится. Поэтому я его стираю. Чему будет равняться 1 плюс 1 в поле из 4 элементов? 2. Думаете, 2? Хорошо. А 2 плюс 1 чему будет равняться? Непонятно. Это действительно большая проблема. Что мы можем сделать, вот, когда рассматриваем 4 элемента? То есть точно, что есть число 0. Точно есть число 1. Ну, вот понимаете, ребята, если бы было 1 плюс 1, то есть 2, да? И было бы 1 плюс 1 плюс 1, то дальше был бы точно 0, правильно? Да. И возникла бы неприятная вещь. Это были бы те самые остатки от деления на 4, а мы поняли, что это не бывает, что они не годятся. Значит, что надо сделать? Осталось всего написать 2 элемента. Очень простая идея. Надо взять и написать элемент А. Я пока не знаю, что это за элемент А. Так, а если есть элемент 0, элемент 1, элемент А, то еще обязательно будет какой? Нет. А плюс 1, конечно. Будет элемент А плюс 1. Господа, и на этом список элементов полностью завершен, потому что их всего 4 штуки. Я сейчас нарисую две таблички. Одну нарисовать совсем просто, это таблица сложения. 0, 1, А, А плюс 1. Другую таблицу будет нарисовать гораздо сложнее, потому что это таблица умножения. Но, тем не менее, хотя бы таблицу сложения. Так, прибавлять 0, это очень легко. Прибавлять единицу. Так, 1 плюс 1 сколько? 2. У нас здесь нет 2. А. И не А. А плюс 1. И не А плюс 1. А плюс 1. 0. Ну, конечно. Конечно, проще всего написать 0. Ну, ребята, разумеется, это все в математике доказывается. Просто для того, чтобы произнести доказательства, нужно знать такое понятие, как векторное пространство. Я не хочу сейчас об этом говорить, поэтому чуть-чуть некоторые вещи пропускаю. Давайте договоримся, что 1 плюс 1, это в нашем поле будет 0. Хорошо. Итак, А плюс 1 это сколько? Как будет А плюс 1? А А плюс 1 плюс 1? А. А, конечно. Так, 0 плюс А это А. А плюс 1. Так, А плюс А сколько? 0. 0, молодцы. Дело в том, что что такое А плюс А? Это А умножить на 1 плюс 1. А 1 плюс 1 мы знаем, что это 0. Значит, здесь будет у нас 0.
А плюс А плюс 1 сколько? 1. 1. Отлично. А плюс 1 плюс 0 сколько будет? А плюс 1. А плюс 1 плюс 1? А. А. А плюс 1 плюс А? 1. 1. А плюс 1 и А плюс 1? 0. 0. Обратите внимание, в этой табличке в каждой строке все числа по одному разу. В каждом столбце тоже все по одному разу. Но это, я повторяю, это совсем легко. Потому что сложение, ну, явно более простая операция, чем умножение. Сейчас наступает действительно интересный момент нашего занятия, когда мы должны составить таблицу умножения. Итак, те же самые элементы 0, 1, А и А плюс 1. Ребята, сейчас я, разумеется, сначала заполню часть таблицы, а потом нужно будет принять какое-то решение, и вы увидите. Итак, умножать на 0 в любом поле даст число 0. Умножать на 1 в любом случае... здесь будет 0. В любом случае числа не изменятся, поэтому эта часть таблицы абсолютно очевидная. Итак, А на 0 это 0, А плюс 1 на 0 это 0, все понятно. Теперь А на 1 это А. А плюс 1 на 1 это А плюс 1. Господа, у нас осталась ничтожная часть таблички. Всего лишь размером 2 на 2. Но это очень интересно, потому что здесь должно быть у нас сейчас А умножить на А. Это А в квадрате. А здесь вот у нас А в квадрате плюс А. Здесь тоже А в квадрате плюс А, а здесь у нас А плюс 1 в квадрате. И вот сейчас очень интересный вопрос. Что такое А в квадрате и что такое А плюс 1 в квадрате? И что такое А в квадрате плюс А? Значит, обратите внимание, я должен эти числа каким-то способом сопоставить с имеющимися четырьмя элементами. Потому что других элементов на самом деле у меня нет. Вот это А квадрат, это или вот это, или вот это. Сейчас надо понять, может ли А в квадрате равняться единице. Как вы считаете? Может ли так быть, что А квадрат это единица? Ну тогда А квадрат минус 1 это сколько? 0. Кто умеет разлагать на множители? Ну, а равен единице. Нет. А квадрат минус 1. А минус 1 на А квадрат. Абсолютно верно. Это произведение двух скобок. А минус 1 и А плюс 1. Когда произведение равно нулю? Когда один из множителей равен нулю. Когда один из множителей. Значит, или А равно единице, или А равно минус единице. Но вообще-то у нас минус 1 и плюс 1 это одно и то же. Да, у нас А не единица. Не бывает здесь единицы. Итак, ни 0, ни А и не единица. Значит, кто? А плюс 1. А плюс 1. А плюс 1. А когда к А плюс 1 прибавляешь А, что получаешь? 1. 1. Это на самом деле 1. Итак, это единица. И это... Итак. Ой, стоп, как это? 0, А плюс 1, 1, а здесь? Нет, здесь все нормально. 0, 1, А плюс 1. Чего нет еще? А. А. Ну, давайте, конечно, поймем, почему. Вообще, по форме школьной программы, А плюс 1 в квадрате – это А в квадрате плюс 2А плюс 1. Но у нас, господа, 2А – это 0, А в квадрате – это А плюс 1, и осталось к А плюс 1 прибавить 1, получается А. Отлично. Значит, у меня получилась такая табличка.
0а, а плюс 1, 1, 0а плюс 1, 1а. Решили мы задачу? Да. Или нет? Решили? Решили. Так, ну теперь... Теперь что мы с вами должны обсудить? А очень простую вещь. Бывает ли поле из 5 элементов? Кто-нибудь догадается, какое бывает поле из 5 элементов? Итак, из 2, вот. Из 3, вот. Из 4, вот. А из 5 бывает? Какое? А плюс 0, 1, а плюс 1. Нет, все проще. Это я вас сбил в своем рассказе про поле из 5 элементов. Как легко построить? Да? А во второй степени плюс 1? Нет, не то. Еще раз, чтобы такого же типа таблички были, только не 3, не 4, не 2, а всего, чтобы количество элементов было 5 штук. Что? Как это называется? Я начал занятие с этого. Вектор. Слишком сложно. То есть не можете понять, да? Жалко. Как придумать поле из 5 элементов? Конструкция сегодня уже применялась. Да? 0, 1, 2, 3, 4. Так, а операции как устроены? То, что 4 плюс 1 равно 0. Правильно. Это называется поле вычетов по модулю 5. То есть, как и еще иногда вот так вот пишут. Модуль 5. То есть, что такое? Мы делаем операции как с обычными целыми числами, только все время не забываем взять остаток от деления на 5. Господа, ну я это, конечно, выпишу, хотя мне казалось, что мы все это с вами, в общем, уже знаем. Итак, вот они числа. Смотрите, прибавлять 0, ничего не менять. Дважды 4 – это 8, то есть остаток какой? 3. Трижды 1 – это 3, 4жды 1. Трижды 2 – 6, то есть остаток 1. Трижды 3 – 9, остаток 4. Трижды 4 – 12, остаток 2. Господа, очень важно, в столбце все числа разные. Когда умножаешь на 16, это, конечно же, в любом столбце, кроме вот этого, и в любой столбце, кроме этой, у нас... Все числа присутствуют ровно по одному разу. Ну что ж, сделали? 2, 3, 4, 5. Вот теперь вопрос 6. Бывает? Да. Можно ли придумать поле из 6 элементов? Такую вот замечательную табличку. Но чтобы было 6 штук. Ну, у нас, скорее всего, нехорошая получится. Да, почему? Ну, по строению. Нет, не по строению. По строению-то мы хотим, чтобы было все хорошо. Что нам будет все время мешать? Ну, смотрите. Вообще, в любом поле очень важное значение имеют числа 0 и 1. Вот смотрите, 0 – это такое совсем особое число, которое на что умножаешь, получаешь 0, да? Единица тоже замечательно, потому что ее на что не умножаешь, число от этого не меняется. Так вот, когда у нас есть 0 и 1, то мы можем взять и посмотреть. Значит, 0, 1, 1 плюс 1. Что такое конечное поле? На доске... Здесь вот уже было выписано поле вычетов по модулю 2, но это совсем просто, там 2 числа 0 и 1. 1 плюс 1 равно 0, и 1 умножить на 1 равно 1, да? А вот эти таблички – это поле вычетов по модулю 3. Вот это вот
очень интересная вещь. Обозначается оно в математике так. Поле Галуа из четырех элементов. Галуа – это французский математик, который жил в начале 19 века и который придумал много, на самом деле не так много, у него, собственно, опубликованных работ всего-то там, по-моему, две штуки важных. Одна по цепным дробям, другая о полях. Тем не менее, он осуществил такой очень мощный идейный прорыв. И хотя так получилось, что он погиб на дуэли совсем молодым, но его вклад в математику вот, был действительно очень важный. Ну и, соответственно, в честь него вот эти поля и называются конечные поля Галуа. Так вот, поле из четырех элементов, вот у него таблица умножения, вот у него таблица сложения. Заметьте, принципиально важно, что в нем 1 плюс 1 – это 0. Здесь написано, да? 1 плюс 1 – это 0. А число А обладает таким свойством. Ну тоже, А плюс А равно 0, да, понятно? Обладает таким свойством, что когда А умножаешь на А, то получается А плюс 1. Значит, как это понимать? На самом деле, то, что 1 плюс 1 равняется 0, математики говорят, характеристика поля равна двойке. Потому что выполняется вот в этом поле вычетов, не поле вычетов как раз, вот это поле вычетов. И здесь элементов три штуки. И здесь, заметьте, пожалуйста, характеристика равна трем. 1 плюс 1 плюс 1 это 0, вот в этом поле. А в этом поле характеристика равна двум. То есть 1 плюс 1 равняется 0. Так вот, господа, у любого конечного поля обязательно есть характеристика. Почему она есть? Ну, очень просто. Потому что вот у вас есть элемент 0. Элемент 1. 1 плюс 1. 1 плюс 1 плюс 1. И так далее. Поскольку поле конечное, рано или поздно произойдет зацикливание. А то, что произойдет зацикливание, означает, что сумма какого-то количества единиц равна нулю. Причем обратите, пожалуйста, внимание. Не может быть так, что характеристика поля, например, равна 6. Почему так не может быть? Потому что если мы знаем, что сумма 6 единиц равна нулю, то ее же можно расписать по-другому, как 1 плюс 1 умножить на 1 плюс 1 плюс 1. Понятно? А если эти числа в произведении дают 0, то тогда одно из них должно равняться 0. Поэтому не можем мы получить 0 в первый раз, складывая 6 единиц. Мы должны были до этого получить. Или 1 плюс 1, или 1 плюс 1 плюс 1. Господа, вот это вот первая важная мысль, которая в общем случае всегда верна. Характеристика любого конечного поля – это обязательно простое число. Давайте я это даже запишу, потому что это, вот это обязательно надо понять и врачу сказать. Итак, наименьшее такое число, что сумма нескольких единиц равна нулю, обязательно является простым числом. То есть, когда вы строите конечное поле, то обязательно у него есть такой важнейшая его характеристика. Поэтому, кстати, она и называется характеристика, да? А именно, простое число, которое обладает тем свойством, что 1 плюс 1 плюс 1 раз, что это будет 0. То есть, повторяю, характеристикой конечного поля называют наименьшее натуральное число, такое, что единица, сложенная с собой вот это количество раз, дает 0. Наименьшее такое число обязательно является простым. Значит, если бы существовало поле из 6 элементов,
то его характеристика обязательно была бы какая? Или 2, или 3, или 4, или 5, так? Да. Так вот, давайте подумаем. Может ли поле быть из 6 элементов, а характеристика у него равняться... Так, 4 не может быть, потому что оно непростое. 2, 3, 5. Вот, смотрите, легче всего объяснить, почему характеристика не может равняться 5. Смотрите, да, вот. Если у нас есть элементы в поле 0, 1, 2, 3, 4, а 4 плюс 1, 5, то есть 0. Вот есть характеристика 5. Тогда понятно вам, что это еще не все поле. Понятно? Элементов должно быть 6. А я выписал всего лишь 5. Значит, есть еще какой-то элемент. Отлично. А теперь мы к нему прибавим единицу, мы к нему прибавим двойку, тройку и четверку. И что мы получим? Полное безобразие мы получим. Потому что, извините, я уже насчитал 10 элементов, причем они все разные. Потому что попробовали бы какие-то два из них совпасть, тогда характеристика поля была бы меньше. Или вот эти совпасть, тогда число А оказалось бы просто одним из этих чисел. Мораль, 5 не бывает. Ну, хорошо. Может ли характеристика равняться 3? Тогда есть такие элементы. 0, 1, 2. А плюс 1, А плюс 2. А знаете еще какой элемент интересный есть? 2А. 2А плюс 1 и 2А плюс 2. Сколько элементов уже я набрал? 9. А их сколько было? 6. Такое тоже не бывает? Нет. Такое тоже не бывает. Ой. Характеристика 2. Но здесь интереснее. Элемент 0 возможен. Элемент 1 возможен. Ну, какой-то элемент А, какой-то элемент А плюс 1. Пока, казалось бы, все хорошо. Какой-то элемент 2А. 2А плюс 1. Слушайте. А не то, что я написал глупость. Кто видит, почему я написал глупость? Потому что А умножить на А0. Еще раз, где в этой, где здесь глупость в этих трех строчках? Да? Почему? 2А это 0. Конечно, 2 это 0. Элементов только 4 штуки. Что это означает? Это означает, что мне элементов не хватает. Значит, я сейчас что добавлю? Элемент B. Я добавлю элемент B. Отлично. B, B плюс 1, A плюс B, A плюс B плюс 1. Элементов сразу стало сколько? 8. 8. Ну, господа, шутки шутками, а вообще-то их должно быть 6. Значит, какие-то два из этих должны совпадать. Какие из этих 8 элементов могут совпасть? Может вот этот равняться этому? Тогда бы А равнялось единице. У нас это не так. Может, скажем, этот равняться этому? Тогда бы А плюс Б равнялось нулю, то есть А равнялось бы Б. Ребята, они все разные, все 8 штук. Что у нас произошло? У нас характеристика 2 для поля из 6 элементов тоже не сработала. На самом деле поле из 6 элементов просто не существует. Его просто вообще нет. Вот из двух элементов есть. Два это простое число. Из трех есть. Из четырех есть. Кстати, 4 это что такое? Это 2×2. Да? Так. 6 у нас ничего не получилось. А для 7 получится? Да. Что получится для 7? Как это называется? Гайдинг. Что? Для 7 будет, быстрее говорите. Конечная таблица. Таблица, как она получается? Может, возьмем числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И берем остатки от деления на 7. То есть просто-напросто для поля из 7 элементов у нас конструкция остатков. Потому что 7 простое число, так? Да. Так.
наступает интересный момент. Мы дошли до числа 8. Восемь, разумеется, непростое число. Скажите, пожалуйста, какой будет характеристика поля из 8 элементов? Чему она будет равна? 2, 3, 5? 7? 2, конечно. Кто это объяснит? Дело в том, что количество элементов поля всегда делится на характеристику. Потому что смотрите, что вы можете сделать. Вы можете взять любой элемент поля и из него получать вот такие вот элементы. А плюс p минус 1, где p это характеристика. P штук. Потом взять другой элемент поля, из него получать элементы там b, b плюс 1, b плюс 2 и так далее. То есть из каждого элемента вы можете получить таких вот p штук. И это будут разные такие вот наборы по p элементов. Количество элементов любого поля обязательно делится на его характеристику. Значит, если элементов 8, то хоть дерись, но характеристика будет 2. Замечательно. Теперь, а вот оно поле. Ребята, вот они 8 элементов. Другое дело, мы должны понять, что такое А и Б. Мы должны понять, как они между собой соотносятся. Но список элементов мы здесь поняли, когда пытались построить поле из 6 элементов безуспешно. Но список для 8 у нас составлен полностью. Значит, я сейчас, собственно, начинаю важную работу. Господа, я рисую таблицу. Сначала это будет таблица сложения, и ее получить очень легко. 0, 1, А, А плюс 1, Б, Б плюс 1, А плюс Б. И здесь вот у нас будет А плюс Б плюс 1. Отлично. Ну и здесь то же самое, да? 0, 1, А, А плюс 1. Б, Б плюс 1. Так, А плюс Б. И А плюс Б плюс 1. Отлично. Отлично. И таблицу сложения мы легко можем заполнить, просто пользуясь вот этим замечательным правилом, что 1 плюс 1 это 0. Смотрите, 0 прибавлять это вообще одно удовольствие. Надо просто числа переписывать. Единицу прибавлять тоже не проблема. Единица, 0, а плюс 1, а. Здесь у меня будет b плюс 1, здесь будет b. А плюс Б плюс 1, здесь будет А плюс Б. А, припущу, ребят, все легко. Все действительно по-настоящему легко. В каждой строчке происходит просто некоторая перестановка. На самом деле перестановка более хитрая, чем раньше у нас были, но все-таки не настолько уж это и трудно. В общем, надо писать и писать. И все у нас обязательно получится. Да, ну, девушки, конечно, вы сейчас не поймете ни слова. Совсем ни слова. Ребят, вообще математика отличается от многих других предметов тем, что многие предметы можно изучать, что называется, с любого места, в любом порядке, и все равно ничего не произойдет. В математике крайне важно прийти ровно к началу рассуждения. Потому что, конечно, с этого момента просто шансов вообще никаких. Шансов просто никаких нет, ничего понятно. Итак, я прибавляю b, здесь будет единица. В каждой строке все элементы подвергаются какой-то перестановке. Не более того. Называется это
трехмерное векторное пространство над полем вычетов из двух. А, там А плюс один. Чего-чего? Там подряд А плюс один, плюс один. Да, спасибо, я здесь ошибся. Итак, значит, я здесь ошибся. Так, здесь нормально. Итак, это называется поле вычетов. Значит, по модулю 2, да, это характеристика, и над ним трехмерное векторное пространство. Итак, трехмерное векторное пространство над полем из двух элементов. Вот мы его сейчас со всей подробностью таблицу сложения выписали. С таблицы умножения сейчас будет в миллион раз сложнее. Потому что мы не понимаем, как между собой связаны числа А и Б. Понимаете, вот что делать нам с этими самыми А и Б, как их перемножать. То есть я, конечно, опять сейчас до какого-то момента смогу написать, но возникнет в таблице умножения очень большая беда. Тем не менее, когда мы ее победим, то будет замечательно. Потому что мы с вами таким образом получим поле из 8 элементов. Так, здесь B, вы абсолютно правы. Здесь А плюс 1, B плюс 1, здесь будет А, А плюс B будет 1. И А плюс Б плюс 1, где будет 0. Обратите внимание, вот эта диагональ из нулей, это и есть поле характеристики 2. Так всегда. Удвоенный элемент, когда его сам с собой складываешь, дает 0. Это и есть поле характеристики 2. Итак, наша цель — создать поле Блуа из 8 элементов. 8 — это 2 в кубе. Трехмерное векторное пространство. Значит, есть единичка, есть А, есть Б, и всевозможные суммы из них сделаны. 8 элементов. Все замечательно. Вот сейчас будет страшная проблема. Потому что, когда я буду... сейчас писать таблицу умножения, опять можно с комментарием? Реально мешаете? Когда я буду сейчас писать таблицу умножения, сейчас мы нашли, на самом деле, дошли до самого интересного и самого идейно трудного места нашего сегодняшнего занятия. Потому что я, конечно, могу сейчас начать выписывать таблицу умножения, но, понимаете, какая проблема? Слишком много там будет пустых мест. Потому что когда у меня было поле из 4 элементов, то все заполнялось легко, кроме вот этого места. И за счет того, что оно было маленькое, проблем фактически не было. А 8 на 8 – это уже такая вполне себе солидная таблица. И там этих пустых мест будет довольно много. Значит, нужно хотя бы что-то придумать, чтобы нам облегчило работу. Возможно, b на b 0. b умножить на b? Да. Видишь ли, в поле так не бывает никогда. Произведение не нулевых элементов нулем не должно быть. Итак, еще кто какую-нибудь умную мысль скажет? Я должен как-то прояснить вот эту конструкцию. То есть у меня здесь какие-то А и Б, между ними нужна хоть какая-нибудь связь. Итак, я буду писать таблицу умножения. Скажите, пожалуйста, когда впервые в таблицу умножения у меня возникнет проблема? Вот когда я буду на 0 умножать, проблема будет? Нет. На 1? Нет. Когда впервые возникнет проблема? Когда я буду умножать А на А, так? Да. Отлично. Что может сделать человек, у которого возникла проблема? Объявить, что А умножить на А? Это А плюс 1.
интересно. А умножить на А это А плюс 1. Но тогда у нас целиком все вот это поле окажется внутри нашего поля из 8 элементов. Так? А это большая проблема, ребята. Потому что вот если у вас есть поле из 8 элементов, и там есть поле из 4 элементов, то представьте себе, что вы его сдвигаете на один элемент, и получается, что... Поняли, о чем я говорю? Да. Уверены, что так у нас получится? Вот я уверен в обратном. Потому что, понимаете, когда у вас есть 4 элемента, то, конечно, можно ко всем к ним прибавить еще какой-то другой элемент, получится еще 4. Но что будет, когда вы прибавите квадрат того другого элемента? У вас получится еще что-то новое, элементов будет слишком много. Нет, идея, ваша идея мне очень не нравится. То, что А квадрат равно А плюс 1, мне очень не нравится. Еще кто-нибудь идею какую-нибудь скажет? Да? Ну, проблема будет А плюс Б плюс... Что-что? Ну, проблема будет А плюс Б плюс 1 умножить на А. Ну да. Нет, мне нужно сейчас принять какое-то волевое решение, потому что иначе я запутаюсь. Вот чему может равняться А умножить на А? А не Б? Слышите? Со второго раза он придумал хорошую идею. А умножить на А, взять и объявить, что это Б. Поняли мысль? Да. Вот. Единственное, что тут придется сказать, что это, конечно, в качестве идеи замечательно, но, слушайте, а есть у нас какое-нибудь соотношение, которому удовлетворяют все элементы поля вычетов по модулю 4? Или соотношение, которому удовлетворяют все элементы поля вычетов по модулю 3? Или все элементы поля вычетов по модулю 5? Кто-нибудь знает это соотношение? Между тем, оно у нас, как ни странно, на одном из занятий было. Разумеется, это тогда совершенно по-другому называлось. По модулю 5 любое число, что любое число по модулю 5? Или 4. Нет, любое число это 0, 1, 2, 3, 4, остатки по модулю 5, это правда. А каким свойством обладают все эти остатки? Ну, я понимаю, что меньше 5. То есть забыли. Плохо. Придется вспоминать. Господа, вспоминаем одну из важнейших теорем теории чисел. P – простое число. Ну, например, P равно 5. Да? Беру все остатки по модулю 5. 1, 2, 3, 4, 0. Возвожу их в квадрат. Возвожу их в куб, в четвертую степень и в пятую степень. Кто-нибудь помнит, какой замечательный ответ в какой-то момент произойдет? Итак, в квадрате. 1, 4, 9 это что? По модулю 5. 4. 16 это что? 1. Это 1. Замечательно. Ну, 0 он всегда, 0 это неинтересно. Так, давайте в куб возводить. 1 всегда 1. 1 всегда 1, это то. Так, 8 это что? 3. Это 3. 27 это что? 2. Это 2. Так, 64. 4. 4. Пока тоже ничего интересного. Так, 16. 1. Это 1. 81. 1. 256 это что? 1. Господа, а вот это уже интересно. Везде получились единицы.
Так, а теперь, когда вы умножите еще 2 в пятой степени, это 32. Здесь что у нас будет? 243. Здесь 1024. Что у нас получилось? Господа, для любого простого числа p, вот здесь я написал для пятерки, но разумеется, то же самое для любого простого числа p. Малая теорема Ферма. Пятая степень любого остатка такая же, как сам этот остаток. Называется, повторяю, малая теорема Ферма. Так, кто-нибудь что-нибудь понял? Да. Замечательно. Теперь интересный вопрос. А вот для этого поля, для поля вычетов по модулю 4, есть аналог малой теоремы Ферма? Или его нет? Слушайте, я уже, наверное, могу убрать таблицу сложения, потому что то, что 1 плюс 1 – 0, это вы уже выучили, когда поле из четырех элементов. И сейчас я ровно такую же табличку, которую мы здесь сделали для 5. Так, кстати, ребят, надеюсь, все понимают, что x квадрат сравнимо с x, если у нас вычеты по модулю 2, и x в кубе равно x, если вычеты по модулю 3. Это все понимают, да? 0 в кубе это 0, 1 в кубе это 1 по модулю 3, 2 в кубе 8 это 2 по модулю 3. Да? То есть на самом деле для чисел 2, 3, 5 мы малую теорему Ферма знаем. Так вот, я сейчас беру те же самые числа, а именно 0, 1, а плюс 1, и посмотрю, что у них будет, если в квадрат возвести, если в куб, какой будет результат, и в четвертую степень. Поехали. 0 в квадрате, вообще 0 в любой степени 0, 1 в любой степени это 1, это понятно. Так, а в квадрате, что это такое в квадрате? А плюс 1. Замечательно. А плюс 1 в квадрате тоже знаем. Это а. Отлично. Как возвести в куб? Это на самом деле x надо умножить на x квадрат. А на а плюс 1. Кто видит? А на а плюс 1. И тут написано. 1, правда? Так. А плюс 1 на а. 1. Тоже 1. Ребята, ну а в четвертой степени надо еще на здесь умножить. Как же выглядит уравнение, аналог малой теоремы Ферма для поля из четырех элементов? Как? Для поля из пяти элементов x в пятой – это x. А для поля из четырех элементов? Только не может. Посмотрите, внимательно, так и есть. Здесь вот эти две строчки, верхняя и нижняя, просто совпадают. X в четвертой степени – это x. Господа, так будет в любом конечном поле. Если у вас есть поле Галуа из 8 элементов, то что у нас будет? X в 8 – это будет X для любого элемента поля из 8 элементов. Для любого числа. Что? Это не «э», это первая буква слова «все». Есть такое обидка слово «all». Нет, принадлежит. Принадлежит. Вот это для любого x, принадлежащего полю вычетов. Итак, начинаем рисовать таблицу. Я, если честно, я это не доказал. То есть я объяснил, почему это так. Для поля из 5 элементов, из 3, из 2, для поля из 4. Но в общем случае не доказал. Я это сегодня докажу. Но пока просто двинемся дальше. Итак, бывает 0, все нормально. Бывает 1, а плюс 1. А вот дальше, господа, внимание, b это у нас что мы договорились?
квадрат. B это А квадрат, совершенно верно. Потом будет у нас А квадрат плюс 1. А плюс А квадрат. А квадрат плюс А. И потом у нас будет что? А квадрат, да. Плюс А и плюс 1. Ну, это, конечно, с одной стороны замечательно. А с другой стороны, все равно есть проблема. Потому что, хотя, заметьте, у нас уже больше никакого B нет. И это, конечно, огромный прогресс. Но у нас сейчас возникает великая неприятность, состоящая в том, что нам нужно будет умножать, давайте я здесь расчерчу, нужно будет умножать в какой-то момент не только А на А, это легко, но и нужно будет умножать А квадрат на А. И чему будет равняться А квадрат, умноженное на А, это абсолютно непонятная вещь. То есть, ребят, смотрите, умножать на 0 – одно удовольствие. Умножать на 1 – тоже. А вот в какой-то момент возникнет вот это неприятное место. Давайте я уж, значит, на 0 умножу, на 1 умножу, да, это все понятно. А вот проблема возникнет, когда будешь умножать А на А плюс 1. Чтобы с этой проблемой разобраться, давайте посмотрим на вот это уравнение. Х в восьмой степени равняется чему? Равняется х. Х в восьмой степени равняется х. Понимаете, господа, у нас а не равно нулю. Поэтому а в восьмой равняется а. Можно на а поделить. Получится а в седьмой равно 1. И вот тут очень важная возникает штука. Многочлен А в седьмой. Слушайте, а давайте я уже вот это вот все сотру, потому что считается, что это уже все выучили. И на этом месте займусь этим многочленом. А в седьмой минус 1 равняется 0. Скажите мне, пожалуйста, кто умеет разлагать этот многочлен на множитель? Кто умеет А в седьмой минус 1 представить в виде произведения двух скобок? А я умею. Правда, не умеете? Молодец. Это А минус 1 умножить на что? Да. На А в пятой плюс А в третьей плюс А. Вода. Проверьте, кто не знает эту формулу. Просто перемножьте эти две скобки. Когда на А умножишь, то получишь А квадрат, А в кубе и так далее, вплоть до А в седьмой. А потом, когда на 1 будешь умножать, то высечешь. И получится, как бы из одного забора вычли другой, но сдвинутый. Соответственно, получится А в седьмой минус 1. Идею поняли? Замечательно. У нас А равно 1? Или не равно? Здесь у нас А и 1. Это разные элементы? Да. Разные. Значит, первая скобка ни при чем. А у нас не равно 1. А вот сейчас вы мне разложите эти две скобки. Вот это на две скобки. И я даже знаю, как эти скобки будут выглядеть. Интересно, вы догадаетесь, в какой степени будут эти два многочлена? Это многочлен шестой степени. Какие там варианты? 2 и 3, думаете? 3 и 3. Конечно, 3 и 3. А в кубе. А в кубе. А вот дальше, господа, у вас не так много вариантов.
Хотите, просто напишите а в кубе плюс 1. Хотите, а в кубе, вот здесь вот а квадрат можно писать, можно не писать. Здесь а можно писать, можно не писать. И здесь то же самое. Посмотрите, поэкспериментируйте. Хотя бы один из них получится или нет. На самом деле получится. Работаем. Придумать два многочлена, каждый из них третьей степени, чтобы их произведение... Да, только учтите, пожалуйста, когда перемножаешь, то 2 это 0. То есть у нас все время сейчас работа идет над полем вычетов по модулю 2. Поэтому когда перемножаешь, то когда получается, как только получается число 2, его сразу заменяешь на 0. То есть 2а это то же самое, что 0. Интересно, кто-нибудь сам посчитает? Разложить многочлен на множители. Каждый из них третьей степени. Это было бы здорово. Плюс один. Что-что? Один. Что один? Нет, первый многочлен как звучит? А в кубе плюс... Ой, слушайте. А хотите, я вам помогу? Я же умею делить уголком. Делить уголком. Все умеют? Замечательно. Я сейчас беру, вместо того, чтобы так фантазировать, я сейчас просто буду перебирать, какие варианты. Я уже сказал, что здесь можно а квадрат писать, не писать, можно а писать, не писать. Всего 4 варианта. Проверю эти варианты. Кстати, вот, например, вот этот вариант уже, очевидно, не годится. Знаете почему? Потому что а в кубе плюс 1 обращается в 0, когда а равно 1. А так у нас не должно быть, потому что вот это выражение, когда а равно 1 подставляешь, оно равно 7, а 7 это не 0 у нас. Поэтому вот этот многочлен уже не годится. Значит, какой многочлен буду использовать? А в кубе плюс... плюс а плюс 1. Давайте. Значит, я аккуратно пишу и просто уголком поделю. А в шестой, а в пятой, а в четвертой... А в кубе, а в квадрате, а единица. Делю на а в кубе плюс а плюс 1. Так, сначала шестая степень, здесь третья степень. Сначала я должен взять а в кубе. Ну и замечательно. Значит, вычитаю а в шестой, вычитаю а в четвертой, вычитаю а в кубе. Знаете, что остается? Остается а в пятой. Здесь вот у меня все исчезло. Плюс а квадрат плюс а плюс 1. Замечательно. Здесь надо взять а в квадрате. Очень хорошо. Остается а в пятой. Остается а в кубе и а в квадрате здесь. Так. Значит, разность. Заметьте, минус а в кубе это то же самое, что а в кубе. А в кубе плюс а плюс 1. Господа, у меня все получилось с первого раза. Все получилось. Здесь получается 0. Здесь вот такое частное. Значит, вот этот многочлен, сумма таких вот, да, степеней, это в точности произведение а в кубе плюс а плюс 1 на а в кубе плюс а квадрат плюс 1. Произведение таких двух скобок. На самом деле, какую из них взять, на самом деле это все равно. Я сейчас не хочу объяснять, почему это все равно. Но я сейчас просто возьму одну из этих скобок. Например, а в кубе плюс а плюс 1. Вполне годится. И понимаем, что мы сейчас делаем. Так, ребята, таблицу сложения я уберу. Потому что мне кажется, что у нее структура абсолютно понятна, поэтому здесь все легко, да? И я сейчас объясняю вам следующую простую штуку. А в кубе это а плюс 1. Каким образом выполняются все вычисления в поле Галуа из 8 элементов? Есть два великих правила. Одно правило.
что 1 плюс 1 это 0, а другое правило, что а в кубе это а плюс 1. Господа, поскольку это крайне важно, я сейчас потрачу 5 минут времени на полное заполнение вот этой таблицы. И прошу вас тоже не лениться и действительно это сделать. Почему? Потому что мы должны прочувствовать, как она устроена. Вот вы должны понять, потому что все более сложных, там будет просто большего размера, но смысл ровно такой же. Итак, умножаем. На единицу умножать – одно удовольствие. На единицу умножать – это абсолютно одно удовольствие. Теперь на а умножаем. Здесь у нас будет а, здесь будет а в квадрате. Здесь а в квадрате плюс а, все нормально. А в кубе – это а плюс 1. А умножаем. А в кубе плюс 1, плюс а, да? Будет а в кубе плюс а. То есть а плюс 1 плюс а. То есть здесь будет единица. А умножаешь на это, будет а в кубе плюс а квадрат. Ну и замечательно. Это будет а квадрат плюс а плюс 1. Здесь умножаешь. Ну, где так умножим? А умножаешь на а квадрат плюс а плюс 1. Это что такое? Это а в кубе плюс а квадрат плюс а. А в кубе это а плюс 1, значит будет а квадрат плюс 1. Обратите внимание, между прочим, в этой строчке все элементы разные. Вот это принципиально важное свойство любого конечного поля. Ну, конечно, есть столбец из всех нулей, строка из всех нулей, а вот во всех остальных строчках и во всех остальных столбцах у нас перестановка элементов. То есть никакой элемент не повторяется два раза, и все элементы вот ровно по одному разу. Итак, все, умножаем. Ой, слушайте, она еще симметричная, разумеется. Поэтому, если я заполнил вот эти вот числа, то я точно так же по симметрии, разумеется, заполняю здесь. Здесь у нас будет а плюс 1, здесь у нас будет 1, здесь будет а квадрат плюс а плюс 1, и внизу, наконец, а квадрат плюс 1. Обратите внимание. Осталось заполнить вот такую вот небольшую табличку. Осталось заполнить такую небольшую табличку размером 5 на 5. Подумаем, как это проще всего сделать. Ну, если честно, давайте так. Вот скажем, умножать на а плюс 1, это на самом деле складывать результаты вот таких штук. То есть здесь у нас будет а квадрат плюс 1, здесь будет 1, а квадрат, здесь будет 1, и здесь будет а. Так, уже я, заметьте, существенно продвинулся. Здесь будет единица, здесь а. Да. Теперь надо возвести а в четвертую степень. Ой, что же это такое? А в кубе это а плюс 1, еще на а умножить будет а квадрат плюс а. Будет а квадрат плюс а. Так, теперь а в четвертой плюс а квадрат. Это будет просто а. А в четвертой плюс а в кубе. Значит, а в четвертой это а квадрат плюс а и еще а плюс 1. Это будет а квадрат плюс 1. Да? И последнее. Так, а какого числа здесь нет? Собственно говоря. А есть, а плюс 1 есть, 1 есть, а квадрат плюс 1 нет. Так, чего здесь нет? А квадрат плюс а плюс 1. Ага, все, я первый раз проврался. Я первый раз проврался, потому что когда а квадрат плюс а плюс 1 умножаешь на а квадрат, конечно, само это число появиться не может. Так, все, давайте заново все проверять. А квадрат это так. А в кубе это а плюс 1. А в кубе плюс а в квадрате. Вот здесь я ошибся. Вот здесь я ошибся. Здесь у нас а квадрат плюс а плюс 1. Так, теперь а в четвертой. Так я, значит, здесь ошибся.
Ага. А до этого у меня здесь просто были две единицы, да? Да. Ну, видите, хорошо, мы, значит, ошибку в предыдущей строке исправили. Так, теперь я на всякий случай все-таки проверю. Когда а квадрат умножаешь на а квадрат плюс а плюс 1, что же это будет? Это будет, значит, а в четвертой. А в четвертой мы считали? Это а квадрат плюс а, да? Это а квадрат плюс а. Плюс а в кубе. Это а плюс 1. Плюс а в квадрате. Так, ну что, получается единица. Ребята, недолго осталось. А квадрат плюс 1. Здесь 1. Значит, вот у нас а квадрат плюс 1 надо возвести в квадрат. На самом деле, возводить в квадрат, это, между прочим, очень легко. А квадрат плюс 1 в квадрате. Это а в четвертой плюс 2а квадрат. 2а квадрат это 0. И плюс 1. А в четвертой мы уже считали сегодня. Это а квадрат плюс а. Значит, будет а квадрат плюс а плюс 1. Очень хорошо. Теперь, чтобы нам еще посчитать. А квадрат плюс 1 надо умножить на а квадрат плюс а. Ой, а квадрат. Наверняка это можно сделать как-то быстрее. Я просто сейчас плохо соображаю, поэтому мне проще все вычисления сделать. Значит, а в четвертой это а квадрат плюс а. А в квадрате это есть а в квадрате. А в кубе это а плюс 1. И а это есть а. Замечательно. Значит, а в квадрате исчезло, а исчезло, осталось а плюс 1. Так, теперь какого числа здесь нет? 1 есть, а плюс 1 есть. А квадрат плюс а, да? А квадрат плюс а. Так, здесь а плюс 1, здесь а квадрат плюс а. Так, теперь осталось а квадрат плюс а возвести в квадрат. Но это мы уже понимаем. Это надо здесь написать а, и фактически будет а в четвертой плюс а квадрат. Замечательно. А в четвертой мы уже считали. Это есть а квадрат плюс а. Ну, проще говоря, здесь... Так, какого числа здесь нет? А есть, а плюс 1 есть, 1 есть. А квадрат плюс 1 есть. А квадрат. Просто а квадрата нет, да? Просто а квадрата нет. Так, какого числа нет в нижней строчке? А плюс один. Господа, вот оно. Вот таблица умножения поля из 8 элементов. Ну, на самом деле, мы сделали большую работу, тяжелую. Пора немножко поговорить, ну, потому что переходить к следующей конструкции явно не имеет смысла, пока мы хорошенько не обсудим это. Значит, господа, что в этой таблице принципиально важно? Мы получили ее, помня, что поле конечное всегда имеет характеристику. Характеристика – это простое число. Значит, любое конечное поле – это всегда поле, в котором выполняется равенство, которое я сегодня уже писал. Вот здесь вот характеристика 2 – это значит 1 плюс 1. Характеристика P – любое простое число. Да? Дальше. Если у нас эта самая характеристика – это простое число, то количество элементов – это обязательно какая-то степень этого самого простого числа. Строго говоря, я это не доказал, но когда вы дорастете, узнаете, что такое векторное пространство, то вы поймете, что конечное поле является векторным пространством над вот этим вот своим под полем, который состоит из чисел 0, 1, 1 плюс 1, 1 плюс 1 плюс 1 и так далее. Из этих P-вариантов. Да? Соответственно, количество элементов может быть только степенью простого числа. И вот теперь теорема, которую я могу доказать.
отличие от предыдущего, которое я не могу сказать. Теорема звучит так. Всегда x в степени p в степени n равняется x для любого элемента конечного поля. На самом деле обычно школьникам рассказывают это не про конечные поля. Обычно считается, что это вот сложно. Хотя на самом деле, как вы видите, ничего сложного. Собственно, таблички умножения, сложения, ничего сложного. Вот, обычно школьникам это рассказывают под видом малой теоремы Ферма. То есть берут в качестве n единицу, и тогда это звучит следующим способом. Значит, x в степени p сравнимо с x по модулю p для любого числа x из множества целых чисел. То есть, если в качестве x подставляешь любое целое число, то вот такое сравнение есть. Повторяю, это называется малая теорема Ферма. Это некоторое ее обобщение. Так вот, среди доказательств малой теоремы Ферма есть доказательство, которое совершенно замечательно работает для любого конечного поля. Я сейчас вам его покажу. Значит, господа, для этого мне нужно, чтобы кто-то из вас выбрал бы любой элемент. Ну, для единицы это, наверное, не интересно. Поэтому давайте выберем любой из вот этих вот шести элементов. Кто мне скажет, какой элемент существует? Еще вот, вот смотрите, еще раз. Ноль не брать, один не брать, а любой другой. А квадрат плюс 1. Что-что? А квадрат плюс 1. Ради бога. Ради бога. И если уж вы мне сказали А квадрат плюс 1, то я сейчас беру и вырезаю вот этот столбец. Все поняли? И пишу эти равенства. То есть, впрочем, для обычных целых чисел ровно такое есть доказательство малой теоремы Ферма. Значит, итак, пишу числа. 1, А, и вас прошу тоже заставить делать. А плюс 1, А квадрат плюс 1, А квадрат плюс А, и А квадрат плюс А плюс 1. Каждое из них, давайте я эти числа обозначу какой буквой Y. А вот здесь вот я напишу Y умножить на А квадрат плюс 1. Так, когда на А квадрат плюс 1 умножаешь единицу, получается А квадрат плюс 1. Когда А умножаешь на А квадрат плюс 1, получается что? И правда единица. Здесь получается. Так, ребята, у меня проблемы с длиной рук. Что? А плюс 1, а дальше? Все. А дальше А квадрат плюс А. Вы понимаете, на что я сейчас намекаю? Что вот эти числа, это в точности то же самое, что эти числа, только что? Только переставленные. Согласны? Да. А теперь внимание, я беру и перемножаю все вот эти числа. И перемножаю все вот эти. Получится следующее равенство. А квадрат плюс 1 умножить на 1, умножить на А квадрат, умножить на А, умножить на А квадрат плюс А плюс 1, умножить на А плюс 1, умножить на А квадрат плюс А. Это вот что такое. Это А квадрат плюс 1 умножить на 1. Дальше, что такое единица? Единица – это А квадрат плюс 1 умножить на А. Что такое А квадрат? Это А квадрат плюс 1 умножить на А плюс 1. Интересно, вы понимаете идею? Да. Что такое вот это А? Это А квадрат плюс 1 умножить на А квадрат. Что такое вот это число? Это А квадрат плюс 1 умножить на А квадрат плюс 1.
наконец, что такое А плюс 1 и что такое вот это? Это А квадрат плюс 1 умножить на А квадрат плюс А. И, наконец, это число. Это А квадрат плюс 1 умножить на А квадрат плюс А плюс 1. Ребята, вы меня извините, я не буду вот это вот выражение длинное переписывать еще раз. Я его коротко обозначу какой-нибудь буквой Z. Так вот, что это у нас такое? Это А квадрат плюс 1 в седьмой степени умножить на Z, господа. Поняли идею? Я взял все ненулевые элементы поля. Каждый из них умножил на это самое А квадрат плюс 1. На самом деле не важно. Важно, что одно и то же число. После этого получил реально перестановку, то есть произведение не изменилось. Но ведь когда у нас произведение 7 множителей, и каждый умножили на некоторое число, то на самом деле оно умножилось на 7 степень. Значит, чему равняется эта самая 7 степень? Единице. Ну а значит, 8 степень равна самому числу. Понятно? Я объяснил вам вот это замечательное уравнение, что x в 8 степени всегда обязательно равняется x. Ну что мы сейчас делаем? 2, 3, 4, 5, 8, что там дальше? 9. Требуется составить таблицу сложения и таблицу умножения для поля из 9 элементов. Между прочим, как ни странно, самому это сделать гораздо труднее, чем смотреть на то, как это делаю. Повторяю. Создать поле из 9 элементов. Почувствуйте, что вы глуха. Таблицу? Да, сложение. 9 на 9? Да. А как? Из каких элементов? Ее нарисовать за это время было тяжело. Нет, хорошо, элементы продиктовать можете? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О-о-о, вы ничего не поняли. А вы ничего не поняли. Но таблица помнит. Видишь ли, 3 умножить на 3 – это 0. У нас 9 – это 3 в квадрате. Характеристика поля будет равна 3. Поэтому числа у нас будут 0, 1, 2 и ничего кроме этого. Все остальное это будут какие-то другие, более хитрые вещи. Правильно. А еще? Не то. А в квадрате. Не то. Б. Не то. Ладно, начну писать. Значит, еще раз. Делаем сейчас сначала таблицу какую? Сложение. Таблицу сложения. Ноль знаю. Один знаю. Два знаю. Дальше. А. А плюс один. А плюс два. А плюс два. Еще. А квадрат плюс один. Не догадывались. Не попали. Нет. Никакого. А плюс что? А плюс квадрат. Что-что? А плюс один. По-человечески как? Два, конечно. Ребята, дело в том, что это там у нас было 2 равно 0. А здесь у нас вполне есть такая вещь, как 2, а еще что? 2 плюс 1. 2 плюс 1. И 2а плюс 2. Так вот, после того, как вы это написали, уже действительно никаких проблем нет. Потому что складывать после этого вы можете просто пользуясь тем, что 3 равно 0. Никаких других знаний для построения таблицы сложения не нужно. Есть кто-нибудь, у кого хороший почерк? Так, сейчас нужен человек, у которого два достоинства. Во-первых, у него хороший почерк. Во-вторых, он не будет возражать против появления своего лица в интернете. И потом не будет предъявлять малому Мехматову там
истинно миллиарды рублей, что там он не с той прической оказался на кружке. Так, я не буду писать сам. Кто? У кого хороший почерк? А что, возможно, плохого? Ну, кто умеет писать? Давайте. 9 умножить на 9 – это 801 клеточка. Это не так просто. Все остальные должны справиться с более интеллектуальной работой. А именно понять, по какому принципу происходит перемножение. По какому принципу происходит перемножение? А? 1 плюс 2 – это 3, это 0. Да, это я понимаю. А вот сколько будет а умножить на а? Сложить 1 и 2, да? Это не 3. Это сколько? 0. 9 – это 3 в квадрате. Характеристика поля равна 3. 3 равно 0. Да, это 0. Реклама. Видеозапись лекции Краслова, на которой он рассказал неправильное доказательство теоремы, пользуется замечательным успехом. Там 70 с лишним человек ее уже посмотрели. Советую посмотреть и вам. Потому что видеть, как замечательный математик читает абсолютно неправильную лекцию, это, согласитесь, удовольствие. На всякий случай, я его очень уважаю, человек действительно замечательный, автор многих хороших книжек. То есть это не то, что, так сказать, какой-то... Нет, это серьезный, замечательный математик, абсолютно, так сказать, хороший и мной уважаемый. Вот. Но тем не менее, я все-таки выложил эту его лекцию, потому что там минут 20 это длится, рассказ о распрямлении отрезков. И совершенно замечательно, что начинает он рассказывать, и в конце один из школьников его ловит. Вот. А именно Алексей Нигин, такой девятиклассник, замечательный, вот, сумел его поймать на ошибке. И, соответственно, эта история, надеюсь, будет иметь продолжение. То есть, если Праслов все-таки когда-нибудь узнает правильное доказательство, то он придет и его расскажет. Итак, двумерное векторное пространство над полем из 3 элементов. Базис, значит, вот у него. Ой, давайте смотреть. Базис состоит из чисел 1 и а. Что, проблемы какие-то у вас или что? 2а и а. О, сколько будет 2а плюс а? 3. 3а это 0. 3а это просто-напросто 0. Отлично, вам недолго осталось. Заметьте, пожалуйста, очень важную вещь, как мы это с вами делаем. Мы не боимся подробно разбирать, что называется, маленькие примеры. Разумеется, за сегодняшнее занятие я не рассказал вам теорию конечных полей, потому что, ну, собственно, основная теорема, которая там есть, состоит в том, что для любого простого числа p и для любого натурального числа n существует и единственная с точностью до переобозначения элементов конечное поле из p в степени n элементов. Эту теорему, разумеется, мы с вами сейчас не доказали,
но, во всяком случае, некоторое представление о том, что бывают такие конечные поля, вы сегодня получили. Вопрос «Зачем?» Ответ. А потому что с конечными полями связано очень много интересных конструкций. Между прочим, конечные поля лет 20-30 назад вдруг стали преподавать в абсолютно технических вузах. Конструкция, ну, такая чисто математическая. Там что-то складывают. Вопрос, что они там делают? Зачем нужны конечные поля для инженера? Ответ совершенно неожиданный. Оказывается, что они очень серьезно используются в теории передачи информации, в приборах связи, которые должны информацию передать из одной точки в другую. Оказывается, что есть такая штука, как помехоустойчивое кодирование. Ну, это идея передавать информацию так, чтобы небольшие помехи можно было как-то восстанавливать. Ну, наверное, вы замечали, что компьютер иногда по интернету передает что-то, и вдруг в какой-то момент зависает и начинает то же самое передавать второй раз. Да. Интересно, а как он догадался, что у него произошел какой-то сбой связи? Оказывается, что там внутри очень серьезные математические алгоритмы. Вот, соответственно, вот это вот, оказалось, что это все очень важная вещь. И еще, где оказалось, что конечные поля крайне важны, это в теории кодирования. Оказалось, что малая теорема Ферма и всякие ее варианты чрезвычайно важны для создания кодирующих устройств. Для того, чтобы вы могли там, свою переписку, кстати, переписку с кем? В первую очередь, когда нужно кодировать? С иностранными агентами. С иностранными агентами, это вы наших газет и телевидения дослушались, начитались. Это вам, так сказать, всякие там шпионы, барабашки везде, да? Вот, нет, а по делу. Иностранные агенты, они только в пьяной фантазии. А вот по делу где? Где на самом деле любой из вас, даже если вы не агент 007, реально используете шифрование? Ответы на контрольный – это тоже бред, это ерунда. Паспортные данные. Ну, я могу вам без секретов сказать, что ваши паспортные данные находятся в таком количестве мест, что их выяснить совершенно не проблема. Они абсолютно, секретом абсолютно не являются. Что? Вот, это намного интереснее. Намного интереснее. Когда вы платите какую-нибудь, даже самую маленькую сумму денег, вот эту оплату невозможно проводить без шифрования. Понятно почему? Потому что иначе жуликам деньги так прямо и пойдут. Ангел. Что? Ангел. Спасибо, отлично. И вот оказывается, что в алгоритмах шифрования конечные поля, ну просто вот в высшей степени важны. Итак, таблица сложения сделана. Во всех ее строчках все числа по одному разу. Во всех столбцах все числа по одному разу. Ребята, в математике это называют группа по сложению. То есть для любых двух элементов существует однозначно определенная сумма, ну и выполняются естественные правила, типа А плюс Б равно Б плюс А. Что там, А плюс Б плюс С, это то же самое, что к А прибавить Б плюс С. Ну и такие естественные правила, да, вычитать можно. А вот теперь последнее, что мы сегодня сделаем, это создадим таблицу умножения. Вы понимаете, а как ее создавать? Кто подскажет? Для поля из 9 элементов. Вот для поля из 4 элементов было уравнение x4 равно x.
для поля из 8 элементов мы брали вот это. Что надо будет брать, когда элементов 9 штук? Какое уравнение надо будет рассматривать, господа? Когда 4 элемента было вот так. Когда 9, какое уравнение? Кто помнит? Х в девятой равно х. Х в девятой равно х. Х в девятой минус х равно нулю. Х умножить на х в восьмой минус 1 равно нулю. Ну а дальше, извините, вы должны делать. Будьте добры разлагать. Х в восьмой минус 1 на множитель. Это вы должны помнить. Так, х у нас не 0, конечно. Ну, в смысле, х это вот то самое а, да? Вот из этой таблицы, вот здесь вот у нас для таблица умножения для 8, а вот здесь вот у нас таблица сложения для 9. Так вот, господа, у нас есть то самое число а. Если мы с вами узнаем, чему равняется а в квадрате, то все будет замечательно. Для этого надо разобраться, как разлагается многочлен х в восьмой минус 1 на множители. Кто расскажет? Да, пожалуйста. Можно, но неинтересно. Есть лучше, да? Х в восьмой минус 1. Кто умеет разлагать произведение двух многочленов четвертой степени? Ребята, разность квадратов. Надо формулу знать наизусть. Что такое х в восьмой минус 1? Х квадрат минус 1 на... Нет, не х квадрат минус 1. Это разность двух квадратов. Каких? Х четвертый минус 1 и х четвертый плюс 1. Так, это замечательно. А теперь надо этот многочлен сложить на множитель. Х второй плюс 1, х второй. Правильно. Х квадрат минус 1, х квадрат плюс 1. А здесь неприятное выражение, х четвертый плюс 1, пока непонятно, что с ним делать. Так, еще что-нибудь можем разложить? Х минус 1, х плюс 1. Правильно. Итак, окончательно я пишу. Х, х минус 1, х плюс 1, х квадрат плюс 1 и х четвертый плюс 1. Вот. Значит, ребят, смотрите. У этой скобки корень – это число 0. У этой скобки корень, ну, если вместо х подставляешь единицу, то будет 0. Если вместо х подставляешь двойку. А вот теперь обращаю ваше внимание. У нас остались там две скобки. И число а, оно удовлетворяет одной из них. Для простоты, что мы сейчас возьмем? Конечно. Господа, вот здесь вот я пишу слово «пусть». Пусть а квадрат равно 2. Почему пусть? Потому что на самом деле я же в качестве а могу взять любой элемент поля, кроме нуля, единицы и двойки. Так вот, я возьму тот самый, который в квадрате равен двойке. И сразу у меня таблица умножения станет простой и понятной. Итак, повторю, последнее, что мы сегодня сделаем. Выписываем все вон те элементы, но на этот раз будем использовать то, что а в квадрате – это двойка. Ребята, последний удар, и мы всех увидим. 0, 1, 2 бывает а плюс 1, а плюс 2, 2а, 2а плюс 1, 2а плюс 2 – вот они элементы. Теперь мы их должны перемножать. 0, 1, 2. А плюс 1, А плюс 2. 2А, 2А плюс 1, 2А плюс 2. Так, ну, ничего не поделаешь. Придется эту таблицу быстренько разгрозить. И, как ни странно, мы довольно быстро с вами со всем справимся. Потому что умножать на 0, на 1, на 2, это все легко. То же самое, что минус 1, понимаете?
Вот. Так что на самом деле проблема возникнет только когда надо будет умножать там, на а или на а плюс 1. И уверен, что мы легко все это с вами делаем. Умножение на двойку – это на самом деле смена знака. То есть там, где было 1, станет 2, там, где было 2, станет 1. Здесь будет 2а, 2а плюс 2. Дважды 2 – это у нас 1, да? Вот. Здесь будет 4, то есть 1. Здесь будет а плюс 2. И здесь будет а плюс 1. На 2 умножить не проблема. И симметрично то же самое я перепишу. 2а, 2 плюс 2, 2 плюс 1, а плюс 2 и а плюс 1. Отлично. Теперь наступает интересная вещь. Надо умножать на а. А квадрат – это двойка. Здесь будет а плюс 2, здесь будет 2а плюс 2. Так, 2а квадрат – это дважды 2, то есть 4, то есть 1. Здесь будет 2а квадрат, то есть 1, 1 плюс а – это а плюс 1. Здесь будет 2а плюс 1. Отлично, симметрично переписываю. Ребята, оказывается, что это совсем легко. Оказывается, что если мы знаем, что а квадрат – это двойка, то по этой информации все абсолютно выписывается. Так, а плюс 1 в квадрате. Это а квадрат плюс 2 плюс 1. А квадрат это у нас двойка. Соответственно, 2 плюс 1 это 0. Остается просто 2. Остается просто 2а. Да, кстати, слушайте, а зачем я так делаю? Ведь умножать на а плюс 1 это то же самое, что умножать на а меньше. Надо вот это складывать. А плюс 1, 2 плюс 2, а плюс 2. Так, 2а, так, это складываем, получается 1, это складываем, получаем 2а плюс 1, это складываем, получаем 2, и вот это складываем, получаем а. Отлично. Теперь симметрично отражаю. 2а плюс 1, здесь двойка, здесь а. Замечательно. Теперь умножать на а плюс 2, это на самом деле надо складывать вот эти 2. Но тоже не проблема. Здесь будет просто а, здесь а плюс 1, здесь 2а, и здесь у меня будет двойка. Так, а плюс 1, 2а, и здесь двойка. Так, ребят, осталось чуть-чуть. 2а умножаешь на 2а. Получаешь 4а квадрат, то есть 4 на 2, 8 это 2. Так, 2а. Еще 2а прибавляешь. И будет 2а плюс 2. Так, и здесь прибавляешь 4а. Значит, здесь что будет? Здесь будет а плюс 2. Так, замечательно. 2а плюс 2, здесь а плюс 2. Так, мне осталось совсем чуть-чуть. 2а плюс 1 умножить на 2а плюс 1. Это 4а квадрат плюс 4а плюс 1. 4а квадрат – это 8, 8 плюс 1 – это 0, 4а – это а. Так, здесь а. Так, какого числа здесь еще не было в этой строчке? Господа. Единицы еще не было, единицы еще не было. И какого числа здесь не было? А. Нет, а было. А плюс 1 2. Было? 2а не было. Я нас поздравляю. Таблица для поля вычетов по модулю 3, которая расширена при помощи элемента, удовлетворяющего уравнению а квадрат равняется двойке, у нас есть. Господа, обратите внимание, если кто-то из вас слышал слово «комплексные числа», как ни странно, сегодня мы занимались в том числе ими. Объясняю почему. Что такое у нас двойка? Двойка – это у нас минус единица. У нас же 3 – это 0, поэтому 2 – это минус 1. То самое число а, которое у нас сейчас было, это на самом деле число, которое в квадрате равно минус единице. Значит, поэтому
поле Галуа из 9 элементов, это на самом деле то же самое, что поле из 3 элементов, к которому добавлен тот самый элемент И, который в квадрате равен минус 1. В общем, господа, за одну минуту, которая у меня осталась, я уже больше содержать, наверное, ничего не рассказать не успею. Но важно, что вот это называется абстрактная алгебра. Все-таки еще минуту комментария надо. Комплексные числа кажутся просто странным изобретением фантазии. Как это так добавить к вещественным числам такое, которое в квадрате равно минус 1? Однако смотрите, вот эта таблица – это не пьяная фантазия. Вот эта таблица – это не просто фантазия, а это таблица с интересными свойствами. И это то же самое таблица, которую реально можно использовать для решения реальных математических, физических и так далее задач. Значит, про что я вам сегодня пытался рассказать? Про то, что есть математическая конструкция конечного поля. На самом деле комплексные числа – это тоже конструкция поля, только там вещественные числа, и к ним добавляется вот такой вот символ, который… Понятно, что не обязательно брать только корень из минус единицы. Например, вполне имеет смысл посмотреть конечное поле из 27 элементов. Как оно будет устроено? Те же самые 0, 1, 2, но на число А будет уравнение не второй, а какой степени? Нет, то есть глобальное уравнение, конечно, x27 равно x, я понимаю. А вот такое уравнение, вот это уравнение действительно будет типа x27 равно единице. А вот такое, которое на число А, оно будет какой степени для 27 элементов? Какой? А в третьей. Конечно, третьей, да. А в третьей там будет чему-то равняться. Вот, это называется минимальный многочлен для этого поля. Вот. Ну, в общем, ребята, что называется, математика большая, интересная и так далее. Зову вас до НТТМ, зову вас на летние школы. Всего хорошего.